куда? Там. По какой дороге? По своей. Да. Я не хочу еще спрятаться. Не хочешь, не поедешь? Он красивый. Да там нечего делать. Сбегу. Смотрю, нету моя гудит на таких скоростях намного меньше. Ну то есть там скорость как бы вот она виртуальная совсем. То есть ты ощущаешь горбякой. Она настолько вот она доступна тебе в ощущениях, что как ты едешь, ты чувствуешь. Нет такого, что еду, и хрен знает с какой скоростью еду. Каждый километр на лицо. Света, как-то громко разговаривать стала. Ну это московская привычка. Представляю тебя. В Москве громко. Я же сказала, что ты кричишь. Да я не кричу, я так разговариваю. Та машина едет 60, и ты чувствуешь, что она едет очень быстро. Это всем мифебрами передается. Как у нас 80, на той 60. Как у нас там 150-140, на той 50. Так, ну вот смотри, по знакам. Здесь разделительной нет, сюда свернуть нельзя. Нет. Нельзя перевернуть знак. Нельзя. Он действует только вперед. Кирпич хоть как переверни. А стрелка всегда висит вверх и показывает, куда едем. Кирпича в ту сторону нет, а висит этот знак.